сегодняшнего матча Владислав Будлянский. И с мячом Фатил, снова подача. Но эта подача больше похожа на удар поворотом. И неудобно было Алексею Балагану. И неплохо комбинирует Фатил. И подача штрафную. А вот здесь Крузнов должен был пригодиться. И буквально пару шагов тем, кому приходится на этом матче работать на открытом воздухе. Аралин. Аралин в штрафную площадь, и прострел следует. Кортни на всякий случай упал, но подстраховали его центральный защитник. Иначе в первом тайме у «Зенита» есть все шансы первый мяч забить. Еще одна классная подача от игроков «Зенита». Поляковым пытаются мяч отобрать, и казалось, что у них это получилось. И гол забивает «Зенит». 1-0. «Зенит», как сказал бы Константин Генич. Но вот я просто скажу, что Фатил 0, а Зенит 1. Зенит забивает красивый гол, и буквально несколько минут назад счет в этом матче продолжает атаковать. По левому флангу идет атака, и удар поворотом следует прямо сейчас. Простили, простили. Одинаковый синий-белый. И в атаку стремится пензенский Зенит, и выручать должен был Кортнев, но не получилось у него этого сделать. Дальним ударом, и ошибка, конечно, Дмитрия Кортнева, такой опытный голкипер, обязан мячи ловить. Ворота пензенского «Зенита». Еще одна быстрая атака, Кортнев выходит, и здесь Кортнев играет надёжно. Кладину угодил тот самый мяч, и еще одна подача теперь идет в район 11 метров, скидкой Кортнев на месте мяча. Кашмин. Еще одна попытка Кашмина теперь голевой передачу сделать. И опасный момент. Ворот Факела. Кортнев выходит и выбивает из пустых ворот практически мяч защитник Факела. И нападающий Зенита. Удар по воротам заблокирован. Еще одна попытка. Пенальти! Вечеринка, то давайте по полной использовать все, что может быть. Свисток арбитра. Разбег и удар по воротам. 3-0. 3-0. И теперь, говорил, после забитого первого гола. Зенит. 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 Теперь это выглядит более логично, потому что именно три гола забил пензенский Зенит в этом матче. И Константин Генич, свяжитесь со мной. Давайте посмотрим, как расставились футболисты «Зенита», куда пойдет эта подача. Она пойдет в ворота, и опасный момент еще один возникает. Неплохая атака Факела, и мяч снова на левом фланге. Удар по воротам, хороший, красивый сейф, и удар был классный. Подача тоже неплохая, Сафронов бьет, и снова Балаган в игре в первом тайме чуть назад. И еще одна подача, Ралин. И удар поворотом, как перевисел в воздухе защитников Факела. Сейчас игрок воспользуется ошибкой защитников. Грузнову забить. В конце концов Грузнов падает и бьет все-таки из лежачего положения Илья Грузнов. И Кузнецов с мячом уже в штрафной площади. Кузнецов сокращает угол. Кузнецов. Еще одна попытка поворотом ударить. И добивание. Где мяч? Мяч у Факела. Все хорошо. Выполнить. И неточность технического характера присутствует даже в таком не самом тяжелом элементе. Грузнов, выход один на один, удар выручает Веселов, и снова Веселов. Вот так вот вышел Веселов для того, чтобы Грузнову не дать забить. Снова Сарычев в штрафной площади. Не встречает его абсолютно никто. Ближний угол пробивает 44-й номер. И одним ударом Кашмин отличился. Быстрая атака в начале второго тайма. Еще одно наступление в исполнении гостей. И удар поворотом следует, выручает Дмитрий Кортнев.